мы старались выстроить систему таким образом, чтобы она была максимально прозрачна и максимально защищена от предрассудков. Как это работает? Любой проектант, любой заявитель может зайти на наш сайт, прочитав определенные инструкции, подать заявку, собрав определенный набор документов, основным из которых является, естественно, презентация проекта, геодорожная карта приблизительная, хотя после этого автоматически эта заявка попадает на инспекцию. Кто проводит инспекцию? В каждом дивизионе, в каждом кластере на сегодняшний день есть экспертная панель, она составляет порядка 100 человек. Эти 100 человек являются сотрудниками фонда гидропонерии, они распределены примерно следующим образом. Примерно 50% 50-50 это российские и российские граждане, примерно 50-50 представляют индустрию и бизнес и науку образования, университеты, академии и так далее. То есть из этих 100 случайным образом выбирается 10 человек в автомате. Значит, эти 10 человек должны дать положительный ответ на какое-то количество вопросов. Ответ да или нет, составляющего толкования. Все, и на этом заканчивается процедура получения статуса. На присвоении статуса и получении грантов участников нашей совместной жизни не заканчивается. Мы стараемся поддерживать и помогать им по мере продвижения продукта, разработки их продукта. И это, скажем, третье ключом поддержки, которое мы оказываем. Стараемся искать проекты, которые синергируют между собой, стараемся помогать своим сотрудникам. Важно сказать, на какие инструменты есть у фонда Сколково. То есть инструментов, на самом деле, ровно два формальных. Первый инструмент – это то, что описано в законодательстве, так называемый статус участника. То есть компания, пройдя нашу экспертизу, не нашу экспертизу внешнюю, но, скажем, через нашу экспертную панель, проект может получить статус участника сроком до 10 лет. Статус участника гарантирует целый набор льгот, включая очень серьезные налоговые льготы, включая льготы таможенные, иммиграционные и так далее. Плюс всевозможные льготы, которые мы предоставляем по офисным помещениям, по оборудованию и так далее. Значит, это первая составляющая нашей поддержки. Вторая составляющая нашей поддержки – это, значит, каждый кластер, число 5, как упоминал, имеет у себя некий, нельзя назвать это пассивным фондом, но, скажем так, некий грантовый бюджет. Важно отметить, что Сколково организация некоммерческая, и та поддержка, которую мы оказываем, она в виде гранта. То есть мы не получаем и не лицензируем ни на долю в компании, ни на участие в прибылях, ни на интеллектуальную собственность, ни нашего собственного. Чистая грантовая поддержка, подарок. Значит, но, есть одно но, может быть, оно небольшое, но достаточно серьезное чувство. Мы стараемся никогда не финансировать 100% бюджета проекта. В зависимости от стадии проекта, процент нашего участия изменяется. Чем более ранняя стадия проекта, тем больше процент бюджета мы готовы покрыть из своих грантов. Но мы почти во всех ситуациях требуем от проектов софинансирования. Желательно софинансирование рыночного. Понятно, что деньги грантовые и подарочные очень удобно, хорошо, комфортно, но это, так сказать, деньги в нашем понимании грубые, как мы стараемся, поскольку, как я уже сказал, мы не имеем никаких инструментов управления проектом, поэтому мы и ожидаем от проектантов и, собственно говоря, наших партнеров того, что и чем, скажем так, простой проект совместный отличается в нашем понимании от партнерства? Партнерство – это гораздо больше, чем один проект. Партнерство должно собой представлять и покрывать несколько областей нашей деятельности. Начиная от образования, как вы знаете, мы работаем, у нас собственный университет создан уже, в котором, собственно, эти компании должны принимать активное участие. Но мы работаем и со школьниками, и в формате открытого университета. Эти компании должны принимать участие в наших программах поддержки стартапов, венчурного финансирования, создания R&D-центров. Опять, нам не нужны грантовые деньги, как я уже объяснил. Грантовые деньги, они недостаточно хороши для того, чтобы стимулировать компанию к работе. Там должны быть деньги венчурные, деньги инвестиционные, те деньги, которые
получают долю, получают место в управлении и знают, как управлять с этой компанией. Более того, знают, что с этим продуктом делать дальше. И в этом смысле венчурные инвестиционные подразделения вот этих вот крупных компаний, они, естественно, представляют для нас гигантский интерес. Мы сейчас находимся в стадии утверждения бюджета, но он, по меньшей мере, будет не меньше бюджета этого года, а бюджет этого года был порядка полутора миллиардов рублей. Должен составить порядка полутора миллиардов рублей.